постановлением правительства Кыргызской Республики номер 158 от 24 марта 2000 года запрещено использование женского труда на 450 видах трудовой деятельности. Отмена данного постановления является еще одним посылом марша лидеров волонтеров «Бирдуно Кыргызстан» новому правительству Кыргызстана. Правозащитное движение «Бирдуно Кыргызстан» ведет активную работу, направленную на обеспечение прав, свободы и законных интересов девочек и женщин. Furthermore, the resolution of the government of the Kyrgyz Republic number 158 dated 24 March 2000 prohibits the use of the female labor in 450 types of the work. Cancellation of this resolution is another message to them of the march of volunteer leaders of the HRM Birdino Kyrgyzstan to the new government of Kyrgyzstan. The human rights movement Birdino Kyrgyzstan is actively working to ensure the rights, freedoms and legitimate interests of girls and women. О запрете 450 видов трудовой деятельности. О запрете 450 видов трудовой деятельности. Для женщин. Мы за безопасный Кыргызстан.